Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Пледик лабиринт, шестой блок. Провязываем по уже знакомой нам технике. Один раз белым, один раз красным, три раза белым, это 48 рядов. Один раз красным, белым, один раз зеленым, три раза белым. 48 рядов белым, один раз зеленым, один раз белым. Получаем две детали, абсолютно одинаковые две детали. Один раз белым, один раз красным, три раза белым. Один раз красным, один раз белым, один раз зеленым, три раза белым, один раз зеленым, один раз белым. Все по плану, все как мы расписали. Присваиваем номер 6. Подкалываем к нашим двум деталям. Вы можете сразу убирать хвостики, не хвостики, а завязывать узелочки. Хвостики можно убирать потом, когда мы уже соединим детали. Можете убирать прямо сейчас, если они вам мешают. Узелки завязали, детальки отпарили. Если вы не хотите, можете не подпаривать детали. Отпарите наше изделие, проведете влажно-тепловую обработку после того, как оно будет уже готово. Жду вас на следующей части вязания пледика лабиринта.